Всем привет! Всех с новым 2019 годом! Ко мне пришли ребята из Ларуси и решили сделать, называется, еда под названием пирожок по-кокански. Все гениально и просто. Первое, конечно, нужно достать кусок баранины. Баранину достали в соседнем магазине. И главное было, конечно, отделить мясо от жил. Как говорится, плело в одну сторону, а мясо в другую. Вот. Я вот покажу вам практически в реальном времени приготовление этой прекрасной еды. Называется пирожок по-кокански. А в общем-то это вариации, конечно, пирожка по-кокански. Есть много разных рецептов. И сталик, я знаю, делал. Ну вот мы сейчас делаем вот так. Вот мы отделяем жилы и жир от мяса. У нас прекрасная баранья нога. Это достаточно длительный процесс. Действительно, вот видите, человек старается, отделяет это долго. Возможно, это нудно, но результат, поверьте мне, результат – это супер, супер-пупер. Все очень вкусно получится, потому что я уже вот только сейчас доел кусок, очередной кусок баранины, и, в общем, просто торчу, ну, вкуснятина из вкуснятин. Ну, вот мы, значит, отделяем мясо от жил и от одновременно от сала, если можно так сказать, от жира. Вот отдельно в плошку мы кидаем мясо. Отдельно это мы выкидываем жилы в мусорное ведро, чтобы она там не мешала. Вот, режем, разделываем, короче говоря, ногу. Нарезаем куски мяса. Куски мяса достаточно такие немаленькие, большие. Нам понадобится еще перец, лук, чеснок, одна головка, которая будет, не будет разделываться, просто головка в кожуре. Вот. Потом перец красный, обыкновенный. Вот. Чили, ну, айва и, похоже, вроде как и все. Ну, вот мы это сделали, такую определенную заготовочку. Вот у нас мясо, видите, мясо прекрасное, просто, вот, просто сырым хочется съесть. Вот сейчас у нас есть такая плошка, сейчас мы быстренько надавим перца. Перец у нас много разных сортов. В это время мы нагреваем вок. Очень мне нравится эта сковорода, потому что равномерно нагревается. Туда мы сейчас будем вливать масло. Вот. Ну, достаточно много масла. Наша задача — запечатать баранину. Вот. Немножко ее обжарить, а потом уже делать, точнее, уже потом доводить до финала апофеоза, как говорится. Вот мы проверяем. Кидаем туда кусок кусочек лука и смотрим, как он себя ведет. Ага, нормально. Отлично. Разогретая сковорода, разогретое масло. Сейчас будем туда забрасывать продукт. Отлично. Да, вот так вот проверяется. Вот так вот проверяется разогретая сковорода. Можно кадило сделать в казане, но нет у нас казана. Вот, кидаем туда куски мяса. По-быстрому запечатываем их. Вот, так, чтобы они со всех сторон немножко обжарились. Вот я сейчас говорю, у самого слюнки текут, потому что, ну, действительно вкусная вещь получается. Поверьте уж, я много едал разные еды. Вот. Ну, выкладываем мясо в латку. У нас такая большая латка, утятница, достаточно большая. Ну, вот. Сейчас мы будем туда медленная скорость выкладывать кусочки мяса. Жир оставляем, а мясо выкладываем. Оно у нас уже запечаталось со всех сторон. Практически, ну, в общем, готовое, да? Такое внутри оно еще не готово, а сверху оно запечаталось. Примерно так, как делают стейк. То есть запечатаем со всех сторон. Мяса у нас достаточно много. Вот такая латочка получилась с мясом.
мясо красивое, поверьте, вот просто красота неописуемая. Просто хочется рвать и метать. Одновременно я хочу вам напомнить, что у нас еще было мясо с жирком, с таким, да, помните, мы как бы сделаем это отдельное блюдо. Это тоже будет блюдо, но оно будет отдельно. Здесь у нас зира, перец и соль. Сейчас это мы, наверное, каким-то образом употребим. Да, вот сейчас наш шеф-повар солит, перчит и закидывает зирой. Но не каждому нравится зира, это такой ингредиент, такая пряность, наверное, так можно назвать. Но вот мне очень все подходит, вот просто очень-преочень. Вот мы все это посолили. Одновременно мы разогрели сковороду, вок, и кидаем туда картошку, которую тоже так же точно запечатываем со всех сторон. То есть получается запеченная картошка сверху. У нас ее достаточно, потому что картошка наш продукт. Вот такая картошечка получается. Вот это мясо мы немножко тут налили маслица чуть-чуть, которое было, в котором оно доходило. Ну, немного, практически так. После этого обильно закидываем лук. Он даст определенную вкусовую нотку. Это действительно будет очень вкусно с мясом. Вот мы плотно, лука много надо, накладываем слой такой. Вот, положили, утрамбовали. Сейчас у нас уже картошка на подходе, она, видите, он уже там остатник коричненькая такая, тоже запечатывается. Она не готова, внутри она сырая, только сверху она такой имеет цвет. Вот мы запечатываем. После этого мы картошку выкладываем наверх этого лука. Вообще получается, конечно, действительно, вот смотришь на за действием повара, за это действием это специалиста, который это делает, думаешь, ну молодец, просто молодец, такую вот еду. Дело в том, что мы давно знакомы с Ларусей, туристической компанией, которая нас обеспечивает путевками, я езжу везде. Вот, ну, так, ремарочка, да, и вот они любят все это дело готовить. Так вот, у нас перец, айва слева, айва справа, видите, красный перец. Посмотрим, что будет повар делать. А, да, ну вот положил, конечно, такой остренький перец сверху, красненький, зелененький. Такой, ну, я не знаю, чили, что ли, называется, а может, не чили. Ну, продается в магазине, он острый достаточно. Ну, сейчас мы, конечно, немножко выпьем пиво без этого. Это же подготовка, правильно? Скоро Новый год, вот мы сейчас сделаем айву. Вся ситуация везде одинаковая. Нормально запечатали айву. Здесь мы немножко налили водички, потому что действительно это будет стоять в духовке, доходить. Нам задача такая, чтобы это ничего не прилипло. Вот у нас айва уже тоже готова. Отдельно мы положим это айву жареную. Закидываем все в духовку, ставим на медленный огонь. Ну, действительно, на небольшой огонек ставим, чтобы где-то у нас, ну, в общей сложности, где-то, наверное, у нас было полтора часа все это томилось, приходило. Одновременно мы делаем то, о чем я рассказал. У нас было еще мясо с большими кусками жира, ну, с достаточными кусками жира. Вот, мы в вок закинули. Лук, закинули мясо, опять же перчим, солим, делаем так. У нас будет два блюда. Одно блюдо у нас будет, которое будет готовиться в духовке, а другое блюдо мы сделаем на огне. Вот сюда мы уже выкладываем айву. Все то же самое, то есть там внутри мясо, которое запечатано, сверху лук, айва и перец. Вот так мы красиво выкладываем, потому что действительно, ну, красота же, это же еда, ну, нельзя же просто съесть и все. Это должно быть красиво, прежде всего. Вот такая вот красота у нас получилась. Сейчас мы тоже поставим на медленный-премедленный огонь, закроем крышкой. Сверху, наверное, мы закинем кусок чеснока.
Просто чеснок моем, не чистим, и сверху кидаем чеснок. Он, когда дойдет, будет очень вкусно. Поверьте, я вот люблю это дело. Все, перчика положили, один стручочек такой. Сейчас мы поставим на газ, тоже где-то порядка полтора часа. Доливаем водички, чтобы это дошло и не прилипло. То есть одно блюдо у нас в духовке, другое на огне. Вот, все, полтора часа прошло. Это у нас одно блюдо, которое приготовлено на огне. Вот сейчас я уже вспоминаю, какая-то вкуснотища. Но я хочу сказать так, знаете, всегда интересно, как остается что-нибудь или нет. Так вот, ничего не осталось. Смололи просто за раз. А вот уже второе в духовке. Это красотища. Мне, конечно, больше понравилось в духовке. Оно, ну, почему-то мне показалось, что оно вкуснее. Хотя и то, и другое вкусно. О, картошечка. Накинем туда и будем кидать общую массу. Вот выкладываем картошку на большое блюдо сначала. Выкладка же тоже серьезное дело. Знаете, нельзя там бухнуть и все, ешь. Это же ведь все должно быть действительно красиво. Положили картошечку по краям, внутрь закинули мясо. Вот, видите, вот такая, ну, супер, с Новым годом вас, вот такая подача, пирожок по-кокански, вариации. Все, всем пока, всем привет, до свидания, с Новым годом, пока.